Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклух Мапфлай. Хочу вам сегодня показать, как проходят экспресс-тесты на антиген, правильно это называется? Да. Как долго тест делается? 3-5 минут. 3-5 минут, и вы узнаете, что вы либо больны, либо не больны, я так понимаю, да? Так, вот смотрите, что мы имеем. Это вот что такое? Вы рассказываете? Это вот сам раствор, в который опускается взятый мазок зонтом. Ага. И потом содержимое выливается на тест, полоску. Ага. Выдерживается 3-5 минут и можно смотреть. Проявляется. А вот это? Вот это уже вот. А, вот это вот тесты. То есть вот, ну, вот мазок, он делается во рту. Да? Это из зонт. Носа. Из носа? Да. Серьезно? Вы там можете даже наглядно есть. Наглядно. А, вот как это делается. Смотрите, друзья. Ух, как глубоко нужно засунуть. Хорошо, что если не делаю эти тесты вообще. Хорошо, что я сделал прививку. Засовываем, там вводим. Потом, получается, на сам тест опускаем зондом. Зонт. Зонт опускаем в раствор. Ага. Индикатор. Потом одеваем пипеточку и капаем на тест сам полоску. Ага. А потом какова... вот это вот проявляется. Если одна, то отрицательная. Если две, то положительная. Ну, пока вот у нас прошло раз, два, три, четыре, пять, шесть человек прошло. Нет. Везде отрицательный, да? Ну, прошло, то есть у нас сегодня уже больше сотни прошло. Ну, вот они. А, вон они. Вот, друзья, смотрите, сколько народу у нас прошло. Ну, я зайду к вам поснимать, как это реально выглядит. Друзья, вот так. 3-5 минут, и мы прям гарантированы. Какова гарантия теста вообще? 100%. 100%. 99,9. Ну, да. Ага. А находили прям вот кого-нибудь? Вот за время, пока тест делали. На рабочем месте, да. Находили на рабочем месте. И что с этим человеком? Его сжигают сразу? Что вот происходит? Потому что люди же боятся. Если вдруг у тебя сейчас найдут, и что с тобой произойдет? Сообщается в Роспреднадзор. А, все понятно. Тогда уже связывается с этим клиентом и изолирует его. Понятно. И сразу изолируется человек. Все контактирующие с ним. Ага. Давайте смотреть, как это происходит. Вот что мы сейчас распечатываем? Зонт. Зонт. Вы готовы, молодой человек? Нет. Ох, и мы не готовы. Поближе ко мне. Так, смотрите, я буду отсюда. Ай-яй-яй-яй. Ну, вот так это выглядит. В общем, мало чего приятного в этой процедуре. Но это как бы необходимость. И дальше этот зонт. Пробирочку. Запечатываем. И на тест. А где тест? Вот он тест. А, и вот на тест. Смотрите, как это происходит. Выдерживается время. Да, все. Выявляется. Ждем 5 минут. И, собственно, если будет 2 полоски, то не беременность, конечно, тоже неприятно. В общем, друзья, вот так все это дело проходит достаточно быстро. Не сказать, что очень приятно, потому что когда в нос тебе лезут длинной палкой, это мало приятного, но такова жизнь, такова необходимость в последнее время. Без этого мероприятий, увы, теперь не проводятся. И все мы их периодически, эти самые тесты, сдаем. Желаю вам, друзья, не болеть ни в коем случае, чтобы поскорее все это дело закончилось, и мы уже нормально ходили на мероприятие. Это был Миклух и Макфлай. Друзья, здоровья, подписывайтесь, комментируйте, кстати говоря, что вы по этому поводу думаете. Миклух и Макфлай, пока-пока.